У нас всегда возникал вопрос, вот, куда пойти в мобильную группу, да посмотреть фильм или там просто отдохнуть. Больше такого вопроса в Ханты-Мансийске не возникает. В октябре этого года в Югорском киноцентре открылся кинозал для людей с ограниченными возможностями здоровья. Наслаждаться премьерами фильмов могут даже слабовидящие и слабослышащие люди. Для этого созданы все необходимые условия. Входные двери открываются автоматически, каждого посетителя встречает охранник. Плюс просторный и удобный пандус. Раньше на первом этаже не было зала, сейчас есть. Сделали большой хороший пандус, удобный. Сейчас думаем о том, как его подогревать, чтобы и зимы не было вопросов с подъемом маломобильных граждан. Специальный зал с подъемником расположен на первом этаже. Рядом гардеробная и туалетная комната. Все условия для быстрого и легкого доступа к просмотру фильмов созданы. Всего в зале 29 мест. В первом ряду выделена территория для инвалидов-колясочников. Кинотеатр довольно, если были уже там, да, посмотрели, то он довольно-таки небольшой, но он уютный и довольно-таки хороший. Выделены отдельные места и для колясочников, там, и для слепых, там и петля есть, скажем, и светодиодное оборудование будет поставлено. Для особенного зрителя подготовили и особенное оборудование. Например, легкие и удобные 3D-очки. А также специальный лазерно-фосфорный проектор. Кстати, единственный во всем округе. Он четче передает картинку, а это важно для зрителей с плохим зрением. Картинка на экране настолько четкая, что в этот зал мечтают попасть даже люди с хорошим зрением. На этом волшебство не кончается. Кинозал оборудован специальной системой Do-Re-Mi, которая позволяет смотреть фильм слабослышащим людям в наушниках с помощью передатчика. Также предусмотрены дополнительные дорожки для усиления звука и тифлокомментирования. Это описание предмета, действия и пространства, которые не может увидеть слепой человек. Кто редко ходит на такие фильмы или кто бывал впервые, через 30-40 минут возникает картинка. То есть они до этого слушают как аудиокнигу, да, а потом вот у них образ. А люди, которые достаточно часто ходят на такие фильмы, примером этому выступил продюсер американский, который приезжал на «Дух огня» в марте, вот он, у него на 3-й или на 5-й секунде возникла картинка. И он оценил качество. Уже в следующем году оценить качество волшебного тифлокомментирования смогут зрители Югры с полной потерей зрения. К просмотру готовят 35 картин. Со временем количество лент будет пополняться. А пока Югорский киноцентр приглашает маломобильные группы населения для просмотра премьер. Кстати, для каждого предусмотрена скидка 50%.